92 километров в час. Не получилось, не произошло. Итак, Денис Корнилов, лучший из россиян, сейчас на второй позиции. Росляков 13-й, Ипатов 14-й. Рядом с ними теперь Дмитрий Васильев. Все в двадцатке. Посмотрим, удержится ли там Томас Моргенштерн. Великолепное отталкивание, очень высокая траектория, но стал солдатиком. Вот из-за этой высокой траектории встал солдатиком, разбил воздух корпусом с лыжами вместе. Не лег на воздушную подушку, да и не было, собственно говоря, ее. И Александр Пойнтнер не может понять, как это могло произойти вот так. Увы, увы. Морги, который нигде никогда не остается без наград, здесь остается без права участвовать в финале. Прыгает сейчас шестерка сильнейших генеральной классификации Кубка мира. Моргенштерн. Было ли...